Всем привет! Как всегда, раз в месяц я снимаю, что у меня растет на окошке, на балконе. Здесь вот, как назло, мы все сорвали. Вот. Но вот здесь есть, краснеют, зеленые еще вот есть, цветут. Тут срезали, вот пошли цвести они заново. Эти зеленые сорвала я, потому что выбросила растение. Тут вот перчик, он от тяжести упал. Я его что-то не подвязываю. Здесь помидорка пока без помидор, потому что первые сорвали, и она пока что-то не цветет. Вот здесь то же самое. Первый урожай сняли. Тут вот, правда, еще один. И он пока отдыхает, этот перец. Здесь горькие перцы тоже так краснеют по ходу. Вот. Здесь вот желтеют. Потом должны краснеть. Так, тут две помидорины. Тоже вот они зеленые. Ну, красные тоже были. Вчера мы срывали. Вот. Здесь сладкие перцы, они еще маленькие. Тут вот горькие, пламя. Где-то я видела, оторвать надо плодик. Так, на балконе посмотрим. У нас все то холод, то дожди. Сейчас опять холод. Видите, дождь идет на улице. Здесь укроп и салат. И огурец, но он еще маленький, еще ничего нету. Здесь второе поколение петрушки. Я ее полностью срезала ножницами, и она это из всех вот, из всего, что хорошо растет на балконе, это петрушка. Здесь огурец, он еще маленький пока, укропчик, помидорка. Так, тут что? Укропчик. Огурчики, они еще тоже маленькие пока что. Так, здесь у нас, так, здесь у нас помидоры, два куста. Этот кустик, вот они краснеть начали, этот пока еще нет помидор. Здесь перцы сладкие тоже начинают краснеть, вот такие вот. И здесь, смотрите, фасоль дала плоды. Вот один фасолин, фасолиный. Вот так. И вот здесь такие смешные. Здесь на этой помидорке были помидоры, но здесь внизу. Так, здесь вот есть помидорки. Рвем потихоньку, и там вот тоже помидорки. А это маленькая еще. А здесь сладкий перец, но он только еще цвести собрался. Вот здесь горький хорошо растет. В общем, перцы, они побеждают. Здесь у меня горький перец растет. Так что вот такие вот нынче перчики. А, вон я не увидела, кстати, помидорка еще. Надо ее сорвать. Она здесь спряталась. Я вот сейчас ее заметила. Ой, еще упала. Ну, вот так вот рвем каждый день по несколько штук. Особо много-то нет, но все равно вкус. Они, знаете, такие сладкие-сладкие свои-то. Вот. В общем, вот такой у меня огород. Август месяц. Может, еще будет плодоносить что-то. Посмотрим. Всем пока. Такая вот фасоль.